Полтора миллиона тонн. Такой урожай зерновых ожидается в текущем году в Курганской области. Сейчас в регионе ведется уборка как озимых, так и яровых культур. На сегодняшний день обмолочено 11 тысяч гектаров при средней урожайности 20 с небольшим центнеров с гектара. Сдерживающим фактором является погода. За первую декаду августа в регионе выпало до 5 норм осадков. В то же время при отсутствии дождей зауральские земледельцы могут убирать до 50 тысяч гектаров ежедневно, а значит завершить уборку зерна в течение 22 рабочих дней. В свою очередь, сев озимых в области будет проводиться на площади 10 тысяч гектаров. Для этого проводится основная обработка почвы, в достаточном количестве запасены семена и минеральные удобрения.